Тем временем 15 тонн арбузов, зараженных дынной мухой, уничтожили в Нур-Султане. Запрещенную к продаже продукцию обнаружили сотрудники инспекции Минсельхоза на одном из местных рынков. После произвели захоронение. При этом специалисты заявили, что обнаруженные в плодах насекомые не опасны для здоровья человека, но могут испортить овощи и фрукты, выращиваемые в теплицах столицы. Повреждает в основном бахчевые тыквенные культуры. Согласно кодексу, данному предпринимателю наложен административный штраф, то есть возбуждено административное дело. Согласно статье 400, части 2, пункт 3, по решению суда собственник продукции наложен штраф в сумме 35 350 тенге.